Сегодня ночью уральский мужик, уснувший за рулем легковушки неуточненной пока породы, вдрызг ушатал опору ЛЭП 10 кВ, оставив без света небольшую сухолужскую деревушку Шата, в которой всего-то 196 изб, разбросанных на 11 улочках. Судя по всему, конец света больше всего задел село Знаменское, в 6 километрах от Сухолужского райцентра, давно прогремевшее на всю страну благодаря студенческим фестивалям бардовской песни. С ночи бывшее село Кокуй кукует во тьме кромешной. Как уточнили сотрудники МРСК, из-за падшего столба произошло аварийное отключение ЛЭП, и 1200 деревенских жителей остались без света. Энергетики, впрочем, обещают его вернуть в ближайшие часы. Да уж, сухоложцам как-то катастрофически не везет. Ни с водой, ни со светом. Точнее, с ними как раз хорошо. Без них плохо.